Тайфун Миранти на Тайване вырывает заборы и переворачивает контейнеры в порту. Жителям советуют сейчас оставаться дома из соображений безопасности. Циклон уже движется в сторону Китая и обрушится на страну, как говорят синоптики, в течение ближайших суток. Один из очевидцев активного тропического циклона поделился вот этой видеозаписью в своем твиттере. На ролике сильнейший ветер, посмотрите, срывает заборы, буквально не дает водителю мопеда взобраться на свой транспорт, ну а в воздухе летают металлические листы. Метеорологи уже уверены, Миранти станет мощнейшим тайфуном в Китае за последние 20 лет. Кроме того, недалеко от острова Тайвань зафиксированы 12-метровые волны. Более 1500 человек эвакуированы, около 300 тысяч семей остаются без света.